За первую половину года в Якутии снизилась смертность на дорогах. Об этом сегодня во время торжественного заседания в честь Дня ГАИ сказал министр внутренних дел по Якутии Владимир Прокопенко. На заседании отметили, что ГИБДД в Якутии выполняет все поставленные задачи. С начала года сотрудники инспекции выявили более 300 тысяч административных нарушений. Также подчеркнули, что в структуре ГИБДД постоянно происходит техническое перевооружение. Однако главным в работе были и остаются высококвалифицированные сотрудники. Лучших из них, а также ветеранов наградили ведомственными наградами и благодарственными письмами правительства республики. Сегодня республики несут в службу более 600 сотрудников по линии обеспечения безопасности дорожного движения. Да, они круглосуточно, в любое время суток, невзирая на холод, на жару и так далее. Я хотел бы, чтобы наши сотрудники государственной инспекции, те, которые работают, отдали именно по призванию, пришли работать именно на службу государственной инспекции. Да. Хотел бы поблагодарить им самым близким, родным, родителям, отцам, детям, бабушкам, женам, мужьям. Да, действительно, они гордились нашими сотрудниками, что они несут службу ради безопасности дорожного движения.